Добрый день. Имеется кофемашина Юра S95. Все это будет касаться и модели S70, и S9, S55. Ну, любая модель, где стоит бойлер черепаха. Бывает еще, конечно, спиральный бойлер, но я думаю, это тоже к ней отнесется. Идея в чем? Эти бойлера имеют свойство забиваться накипью и после этого течь. Вот по ним видно, что везде следы накипи, они все текут. Проблема в том, как их разобрать. То есть болтички еще, в принципе, бывает иногда получается выкрутить. Вот. Но тут есть еще две шпильки или штифта. Вот, вот они так точно закисают намертво и, в принципе, все. Можно попробовать их высверлить, но это такое, такая задача себе, навряд ли это получится. Вот. Раньше эти все машинки после такой ситуации с бойлером можно было сдать только на запчасти. А тут появилась такая интересная идея. А почему бы вместо этого бойлера не поставить какой-нибудь другой? Ну, то есть первая светлая идея — поставить бойлер пара. Почему бы и нет? Ну, в принципе, работает. То есть кофе готовит. Единственное, что, конечно, объем бойлера этого меньше. Поэтому приходится что-то выдумывать с температурой. То есть догревать этот бойлер сильнее. А и, в принципе, кофе она готовит. То есть, а вообще, следующий шаг, я думаю, попробовать поставить бойлер из кофемашины Seco. Seco Viena, почему бы и нет. Вот. Тоже должно получиться. То есть, в принципе, вот эти все замечательные машинки, их очень жалко, потому что это классный аппарат. То есть, со временем там никакие запчасти не изнашиваются. Вот, заварной блок. Ну, заварной блок смазать, заменить резинки, и он работает и дальше. Кофемолка тоже фактически вечная. Ну, можно поменять в будущем жернова, допустим. Проблема была только в этих бойлерах. Так что вот мой совет. Меняем их. И все. Машинка продолжает дальше работать. Как новая. Тем более, если будет бойлер Seco стоять. Что бы ни случилось, его всегда можно заменить. А они-то выпускаются и в легкой доступности. Вот. Вот такое видео. Все. Спасибо за внимание.